О, Лансер. О, Джакиро. Всем повезло, посмотрите, реально охеренно. Ну, кроме Спартака. Да ладно, Джакиро тоже норм. Хотя вот тут у них тоже пик неплохой, но... Да, у них жесткий пик тоже, кстати. Но Чен, если он не умеет... О, посмотрите, у нас два этих... Два лесника. Энча и Чен. Одинаковые практически. И Фурион. Фурион, да. Фарму чемпион. Никуда. Но это у нас Фантом, Фурион, это... О, репик на Урсу. Кто? Ого. Это поворот. Так, буду поездить за стратегии качаться. Да, я буду. Блядь, я не могу шпроты открыть. Не, ну серьезно. Такая, понял? Как в этом. Как в соке, знаете, типа такая штука, отдираешь, и она открывается. Да, 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 знаем. Ты лох открыть ее не можешь. Нет. 30 секунд до батла. Подожди, я шел Абадон Куру мид. Купил? Да, а ты кто? А, да, Абадон мид. Нет. А кто в мид? Я Куру купил. Да. Ну я могу еще в мид пойти. Да, иди, иди в мид, я в соло поставлю. Куда идти? А Аба где? А Фурион у нас есть, точно, ё-мо. Так, Фурион. Фурион алых роз. Халых роз. Боже, мне надо сходить за открывашкой. Боже! Пальцем открывай. У меня, короче, блин, я даже закуп не могу сделать. У меня стоит оба на Hand of Midas, РПТ стоит на весь экран. Пацаны, что делать? Удаляй доту, удаляй. А? Я на паузу ставлю, перезаходи. Заново скачивай. Под дисконнект, да, писать? Да, дисконнект и заново там. Бывает такое. Пидоры. Я сейчас подожму. V8. Блин. Да не пиши, жду пока что. Да блин, сейчас отожму. Да и тинили. О, тинили. Нормально все. Да. Я туда пошел за открывашкой. Шпротоед. Димон, прикинь, у меня из этих, из фриранов вывалилась эта финдиклюшина для датчика в кроссовке, понял? Крепежик типа. А, Артур, у тебя есть на этих, на Фезер 2, знаю, для Майкоуча, да, такой же. Ну так вот, прикинь, она из подошвы вывалилась во время стирки. Надо будет обратно присобачить. У меня, по-моему, ничего не поменялось. Как это ничего не поменялось? У тебя, короче, за мисс мышки стоит ПТ, да, шмотка? Hand of Midas, да, ПТ у меня просто висит. Перезаходи за с доты. Так ты в доту, да, именно в саму надо было перезайти. Нет, там можно, ну я дисконнектом лечил. А, да? Ну. Я не вылечил. Ты что там, биточки отбиваешь из шпротов? Да. Ты что, опять перезаходил? Да. Да. Ой, о, у меня хускар, у меня хускар, пацан. У меня вивер с шипучами. Надо будет тут проявить, короче, всю вон? Жесткость. Так, блин. Подожди, из доты выходить? Да, именно из доты. Ого, проседает у меня вивер. Ну уже, чего никто... О, я знаю. Вот ты, блин. Сейчас надо, короче, постараться перединаивать Хускара. А мной кто-то может контролить, да? Кто-то, могут вообще, но... Я, например, Дим, Азиз, можешь этим заняться? Потому что у меня да, тут... За ней хер. Кого? Кого? Что? Ну, Азизом поуправлять, потому что мне тут против Хускара надо будет стараться как-то вытерпеть, чтобы все норм было. Ага, никто обновить не может, атака. Отлично, да, потому что Дима вышел. Ты знаешь сейчас, вот так вот, А скажи, я, Артур, этот, какие, ну, снимки вообще качественные с этой, с DC-20? Ага. Это вообще... Охереть просто. Я сначала думал просто маркетинговый ход, знаешь, типа 40 мегапикселей, ага. Туда-сюда фигня, блин, будет. Нет, в натуре, блин, показывают, и самое главное, не один снимок, а валом снимков. Да, это, блин, это офигенно. Лохи отжать не могут. Что ты сделал? А он паузу нажал. Я уже понял, понажимали, и я последним паузу нажал. О, отжимают. Мы же минуты, это 10, типа.
за это гениальная штука. Спасибо. Я даже не так делаю. Один раз так нажал, но вообще так бесили поговорить. Еще прикол, потом чувак все равно не зашел. Но я похавал. Да, тебе не важно. Ты можешь просто бросить играть и пойти. Да, и пойти посрать так вот. Никому ничего не сказать. Тогда... Ой, хорош, хорош я здесь. Играли, играли. Только нет. Эхал! Никому ничего не сказал. Так нормально, чё. Да, ну в этой игре я хоть могу не жаловаться, что меня застилили, у меня, блин, у меня саппорт. Вверх какой-то слабый дотик. Что ж, да? Говорит, тебе повезло, я не то вкачал. Вообще без проблем, пацан. Так, блин. Блин, мы карапаси так нагибаем. Нашли пусть даже залиться просто. Хускар автоатачит, пацаны, что это такое? Все, мне дупа, мне жопа. Азиз, как так? Нормально так. ФБ, Азиз? Нет, ну я ФБ дал. А-а-а. Не тупи. Вася, нормально, я еще живу. Я не тупи. Вот события. Дима, тебя сейчас убили, сейчас. Чуть-чуть убили, так. Сейчас. Идеально. Ты покоцанный, я забыл на тебя посмотреть. Опа, лес лезет. Вот так вот. Вот. Вот так вот. Опа, стан мимо. Бывает. У меня тут шпроты лежат сбоку, блин. Что делать? А все руки заняты. Пасти, вот он не кушал. Я проснулся просто. А, типа диета? 12-го. И решил шпрот. За хвостик по одному. Еще от глаза не открыл. Я не ливнул хоть? Нет. Нет, опять нет. Нет. О, ты уже зашел. Мат, ты обратно бежишь. Я знаю, я бегу на базу. Я не понимаю, почему Вивер так проседает. Ладно, Вивер наоборот плотненький. А здесь, наверное, просто он не в состоянии конкурировать с твоей плотностью. Да. О! Что же делать? О, начались замесы. Но они вообще дички. Your top tower is under attack. Где он тут? Я его сейчас... У Джакира теперь пассивка активная? Да. Офигеть. Но она маны не требует. Я понял, что уже не требует. Я просто только сейчас купил. Чем-то лучше. Что она, это, активная. Так, ну я тут Хускара по чуть-чуть так... По чуть-чуть напрягаю. Ну так, по чуть-чуть. Самый малый. Дай киль! Но самое смешное то, что я еще льдом не разу. Я догоняю! Такое. Никто не догоняет, все, я не бегу. О, он фуловый уже. Он походу подобрал руну регена там. Блин, надо варды порезче принести себе. Да что ж такое, я пока тут. Отлично, все уже там по шестому уровню обновили. Бля, как мне топ тауэр снесли? Так, там... У меня четвертый. Нифига себе. Там Хускар шестой уже, осторожнее будьте. Особенно я. Карапаз бесит. А что это такое? Хускар СС. А куда карапасишь? О, здесь такой вопрос. Если я, допустим, юзну байки... А, карапас на руну ушел. И на мне мой щит. У меня какой-то байк убивать или нет? Да. Да. Окей, окей, окей. Все полюс убивают. Да, Хускар тоже ушел, карапас он идет.
Хорошо, я хоть вард поставил, видно там хоть что-нибудь. Так, ты ч... вон Хускар видишь, да? Блин, побежал Хускар. Ты чё он так дали? Дает покушать. Ладно, да, можешь пока что покушать. Так, нам нужно Рошана контролировать. Ждем пока что. О, 6-я минута, но еще рано. Ближе к 10-й там надо будет смотреть внимательно. Да. Так, что там, Хускар идет, не идет? А здесь. Ой-ой-ой. Есть, главное не догореть. Ты что, а кому фраг дала? Мне, окей, я согласен. А норм я его словил так, да? Нежданчик. Да, я честно говоря, в шоке был немножко, что он так подойдет. Ну, блин, он успел ультануть, но я его закрыл в лед, дал ульт, дал первый, дал третий, все скиллы прожал. Хотел сказать, я апну. А я типа этот, да? Абадон саппорт, но я могу апнуть через какой-то... Блин, ну я апну. Я мидера, но я все равно меку там собираю, всякое такое. Да, ну мека это такое. Мека это полезное. Так, давай. И на синий. И на Хускар. Ребят, все вообще смена позиции. Ну все, я иду к вам тогда. Мне такая на двух подобных. Я иду. Давай. Повесит на тебя. Сейчас. Блин, очень медленно они. Очень мало они. Да. Да ладно, ладно, пофиг. Воу, смотри. Ну стан же, ждай. Блин, лол. А как он из-за кустов меня увидел? Смотри, мы его не видим, а он нас... А, там крип, наверное, один стоял. Там крипы были, да. Посмотри, как у него мало хп осталось, это капец. Ну запулишь ты НЧА одну стрелу, блин, дура. Вот эти станеры, они меня бесят. Причем вся команда практически. Да. Нюкс, этот Тинни, Урса, ну почти станер. Так что там Вивер в мид расхэтлся. Ладно, пойду еще в мид немножечко. Боюсь. Ну да, отлично. Дима, не хочешь вниз пойти? Нет. Да я только 5-й уровень, когда вы там уже... Ну я уровень-то. Ну ладно. Поэтому депрессом будешь делиться. Ого, там внизу что-то творится вообще непонятно. Там, блин, два стана подряд, еще и Урса есть. Есть, смотри, тупо по красоте вообще. И хорошо, что я опять снимаю, пацаны. Я продолжаю. Как расшифровать? Help. Помогите, ну я Б. Не, это так. Походу, это называется иди помоги, мальчик, Борис. Да. Так, я тут жду, короче, Хускара. Ой, Урса. Все, короче, тут, ладно. Пацаны. 4, 3, 2. Блин, Хускар добил, я ульт не успел. А, ульт у меня на откате был. Они, короче, вместе ходят, пацаны. Надо и нам вместе, все. Выходим, короче, я не знаю, то ли мы к Азизу, то ли Азиз к нам, но как-то надо вместе, а то по одному разбродились все. Окей. У тебя там линия спушена. А как тебе спушили линию, ты мне объясни? Я отходил.
ну как, я убегал от Вивера, убил Вивера, и мне Тинни Лань снес. Молодец. Сюда улетается самолет. Блин, смотри, там сейчас Смит нести. А? Курьера законтролил. Ну им тоже можно убивать. Да, знаю. Всегда курьером убиваем. Так, там урсы случайно нету? Не, урсы нема. Блин, я пока кушал, убил Вивера, я в шоке. Так, Хускар, 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 Хускар. Угу. О, Хускар ко мне идет. Они тут пушить линию собрались или как? Да блин, Хускар, да ё-мо, вы запарили уже, отвечаю, эти Хускары. О, отлично, хорош. Ай-яй-яй. Ты бил тосом. Боже, вот это Хускар донный. Капец. Так, ну мои варды нормально стоят, надо будет еще взять. Весь прокаст в иллюзии. Убили просто, наказали. Блин, Вивера этот имотал. Надо осторожно. Что ты тусуешься? Пошлите убивать, ну, народ. У меня маны нету. Да я тут, я в этом. Меду. От Вера получается. Да я, блин, варты ставлю. Ну давай, давай. Все, убьем. Все, сейчас я к вам лечу. У меня тут четверо. Дима, Дима, ближе. Дима, ближе. Спасибо. Все, пацаны, в спину захожу, Дима. О, Разис, ты тут? Пацаны, Хускар, сейчас убьет. Сейчас все будет нормально. На дешарик. Не за что, Дима. Не за что, кто закрыл арту. Ну, так я же с Димой спас как бы. Все, и сразу сейчас пушим линию. Есть, забил. Все, назад или не? У меня, короче, уже диффуз, сейчас скрипит диффуз. Ну давай, набирай. Артур в это время. А тут Вивер у нас. Осторожно, курьер, прими быстрее. Все, уехал. Все, поехали. А зачем ты ульту юзнул? О, она сама. Без автоматом. Пацаны, Вивер, Вивер, Вивер. Я же не хотел. Что, не словили? Так, нужно спасаться. Нам замерз. Спасаться. Замерз. Замерз. Маны, блин, хватает больше. О, сейчас Мика будет. Так, я на ты, блин, пеньками забрал тавер. Надо... Вон Вивер в спину. Но у него Аега, если не ошибаюсь. Ну, у меня этот коннекшн пробовал. Так, короче, я... Профессор убил. Хорош, Дим. А, моё, моё. Кура, летит аккуратно. Смотрим, он ливнул сейчас. Да потому что его так поунижали. Он расстроился. Так смотри, его Джакиро даже сливал, так что это...
Ай-ай-ай. Как Резервира можно играть? Вот именно, Ренат одну игру за Резервира вообще сыграл, что его ни разу не убили. Я вообще потухал, как так можно? Против Траксы в миду стоял. А, нормально, чё. Пойду денежку сами. Как думаешь, что лучше дальше собрать? Что-то вспомогательное, типа Даггера, Форстафа или Йо-Йо? Или Вейл, Дискард или... Дискорд. Дискард, да? Дискорд. Окей. Да что ж мне коннекшн пробует сейчас? Yes, просто. А что же эта Хускар не замедляется? Она что, не качала первый скилл? Качала. Чё? Давай, давай, беги, беги. Давай, беги, коза, беги, беги. А никогда на баран. Все, я козу, короче, вылекал и маны дал. Тут сейчас не будет Хускар. Энчантерс. Ну, можно было не стелить, в принципе, за помощь. Ну, ладно. Поехали, сейчас мид пушим. О, а здесь ты умер как? Не, я поеду. Что, шпрот не доел? Да урса задолбал. Не успел, не спрогласил. Я помню, как мы с Ренатом против Лансера играли. Ой, капец. Мы достами прожимаем, а его не видно. После обновы он не синий, но не прозрачный такой, а такой же почти, как и все. Стой, маны всем хватило. Опять connection problem, что за говно? О, Хускар, Хускар, Хускар. Урса, 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 помогите. Блин. Не хватило маны просто, чтобы меку юзнуть. Закрывай его, закрывай. О, хорош, хорош, все, 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 и убегай сам. Даже не в крипов, Дима. Вот, выжили, видишь. Все норм. Ну все, уже на понедельник и на вторник две хорошие игры есть. Главное ее закончить еще хорошо. А то урса сейчас еще напамится и все. Да, он с меня влетел. Урса, да, да, согласен. Урса. Я же говорю, ты знаешь, Азиз, что после обновы ты когда винвизу хочешь, ты не этот. Ты не такой не сильно полупрозрачный, а более такой, как обычный. И то есть когда, да, выкупаю, когда да. В куче он выходил, ну то есть если на тебя просветы дают, именно, потому что так ты-то прозрачный. Вот мы с Рятом когда играли, это вообще был какой-то капец, я серьезно говорю. Там в куче бьем этого лансера, я только один раз его убил, и то случайно. Потому что, блин, ну не знаю. О, вниз еще надо скушать. Еще там таверсы. Иллюзии. Че там, Дим? Ой, варды, пидор. Так, где наши крипы? То у меня уже одна иллюзия отъехала. Что это было? Не знаю. Ты умер, наверное. Не, я инвиз проклацал, а он меня все равно пылил. Хотя у него нет центре ничего, там, наверное, блин, этот дебил. Дима, ты тварь запарил уже. Вот клепаю крипов, блин. На тебе. Моих крипов, да, клепает? Так, надо постараться мид сейчас защитить. Было бы. Было бы неплохо. Пошли, ободосик.
О, он ушел. Он не хварды, наверное, стоит. А, либо он нынче увидел. Сейчас да. Дима новых сделает. Давай, Тит Урса, давай. Прибежал Урса. На. Ай-яй, карабась. Карабась, улети аккуратно. Сейчас, 3-2 раз. Сейчас. Прострал. Все, все живы? Все. Заберите карапасть, ну ладно. Поговорили. Не получилось. Да ладно, Хускара Урсу забрали, все норм. Все, у меня есть вейл уже. Назад, назад пошли. Назад, назад, Артур. Не надо. Тут хоть и нету Хускара и Урсы, но лучше спушить там верхнюю линию, например. Или о, Рикки. Я ману пойду восстановлю. Там же все здоровы у нас. Да. О, Дим хорош собрался. С дизолем уже. О, Урса, Ливан. О, уже да Урса. Да. Они сейчас. Я просто за всю игру промазал льдом только один там раз или два. А так все, попадал. Все, норм, пошли дальше. Дальше, вот сейчас можно дальше проносить. Ты именно на меня и полил, да? Да. А по мне не попал. Вот там где-то Хускар. Где-то миду, а кого они ловят, а ничего? Так, пацаны, мид. Да, окей. Хускар эти. А у меня сейчас вейл, мы с вейлом вообще сейчас будем выносить. Ну, а сам мне, меню. Вот он идет, идет, сейчас тени идет, смотри. Идет? Нет? Нет, не пришел. Нарез пошел. Ну. Ну вот так вот. Даже и ротил. Вот это поворот. О, сзади тени, пацаны. Да че? Смотри. Ну. Ай, не попал. Да-да, он просто отошел, прям совсем вот не так. В тему. Давай, валим. А, черт. Давай. Ой, блин, я ж не успел отменить его. Давай, это конечно. Давайте, может, мид еще пронесем, не? Сейчас. Надо чуть-чуть подождать, я ману дам. А ну. Воу-воу-воу, полегче. Да что ж такое? Я в прошлый раз так вроде бы. Ну а, так по-любому. А как? За рекламу, а как же надо? Да, за рекламу не так по-другому не нельзя, промазал. Нет, почему? Нет, иногда наоборот, знаешь, там заходит. Да, я себя увидел. Да. Ну, Энча во всяком случае, как минимум, может зайти там сказать. А, смотрите, я тут тащил, короче. Да, тащил 1, 2, 4. Неважно. У кого Радианс? А, хорош.
Включ меня. Смотри, приехал, пацан. Не на того нарвался, называется. Ой, стой под башней, наоборот, стой. Да, отлично. Ой, спасибо. Ой. Надо уходить, надо уходить. Стоп, отлично. Нет, тильник не закончил. Вот, блин, ничего, ладно, я пошел в потайную, короче. Пацаны, еще низ, пушьте. Кто там, Азиз, ты там пушер. Сейчас крипы центр снизу. А, ну ладно, окей. Я лично пушу трон. Блин, класс написал. Ладно, окей. Ну мало ли. Админ тут. Короче, я админ. Гейб банят. Они кушком были. Гейб банят? Да. Откуда знаешь? Сегодня, кстати, третье число. И что? Кого? Ну, у него день рождения. Кого?